С вами Настя Полякова и клуб подруг. Smokey Eye или дымчатый глаз – самый популярный макияж. Он актуален в любое время года и суток. Он подходит к любому типу лица и может быть как дневным, так и вечерним. Вам понадобится черный карандаш, кисть для растушевки, аппликатор, черный каял, карандаш для слизистых глаз, тени серые, тени натуральные. Берем черный карандаш и жирно обводим глаз по ресничному краю, снизу и сверху. Важно прочертить линию максимально близко к реснице, чтобы не было пробелов. Растушевываем кистью, чтобы не было четких линий. Далее берем серые тени и аппликатором наносим их на подвижное веко. Аппликатор дает нам хорошую плотность нанесения теней. Самый насыщенный цвет должен получиться у ресниц и на подвижном веке, а дальше он постепенно сходит на нет от складки за веком. Чистой стороной аппликатора можно помогать себе растушевывать край формы, чтобы не было четкой линии. Эффект дымки помогает создать натуральные тени, которые мы наносим под бровь, чтобы переход был более мягким. Далее берем черный каял и активно прокрашиваем нижнюю слизистую. Плотно закрываем глаза, чтобы карандаш отпечатался на верхнюю слизистую. Очень хорошо прокрашиваем ресницы. Они играют важную роль, завершая наш макияж. Можно слегка подчеркнуть скулы и на губы нанести прозрачный блеск, ограничившись одним акцентом – яркими глазами. Зная эту технику, вы сможете выполнять макияж Smokey Eye разной формы, круглой или вытянутой, разной насыщенности и разного цвета. Удивляйте себя и других каждый день. Yeah.